Всем привет, ребят! Ну что, покажу вам сегодня в действии 10-е силы. Возможно, не полноценно, потому что я, как обычно, играю джойстика. Ну, думаю, у нас что-то получится. Не получил я за 400 сундуков 10-ю силу сюда. Но я, правда, вытащил за 400 полностью все, что мне надо было. Как видите, 120 тысяч у нас уже золота. Получил я новые топовые 10-е силы, то есть можно вот так вот выбирать. Защитный пируэт. Вот, поехали. Карла действует, если наносимое по нему урон уменьшается на 30%. То есть, по идее, он должен нормально так дефить. Сейчас посмотрим. Тут у нас, наверное, куча тиков. Не, нормально. Пока полет идет нормально. Зато у нас не работает. Придется. Ну, поехали, все good. Ай, успели его. А вот это вот деф, ребятушки. Посмотрите, как он обалденно дефит. Нифига себе. Круто, круто. Нереально круто. Посмотрите, как он их разобрал. Ну что вы на это скажете теперь? На, спать, я сказал. Сейчас он меня отправит спать. Быстрее. Ну я его тоже, в принципе, затащил. Хорош. Нравится, нравится мне 10-й скилл, 30%, и я вам скажу, это чувствуется. Иди сюда, друг мой, я иду за тобой. Вот так вот, ребятушки, ебой! Видите, не все так плохо, когда играешь джойстиком, когда руки хоть немножко уже надрочил каждый вечер. Задротствую. До свидания, до свидания, до свидания. Ну, блин, не знаю, пишите в комментах, что вы думаете по поводу этой десяточки. Ну, по-моему, вполне прилично. Мне реально нравится. То есть звездная десятая для него нереально смотрится прикольно. То есть Карл. Тут вариант кирку на 13 быстрее обычного, ну такое, а вот 30% дефа, я думаю, это на сегодня реально очень-очень неплохо. Так, поехали дальше. С Карлом мы разобрались, поехали посмотрим на Ниту. То есть Нита, как видите, здесь восстанавливает 500 очков здоровья, наносит урон, восстанавливает, ну, то есть наносит урон и 500 восстанавливает. Так, не понял, что два раза. А, Нита восстанавливает 500 здоровья, когда ее медведь наносит урон, когда Нита наносит урон, ее медведь восстанавливает песков. Ну, то есть так вот. А здесь у нас получается медведь просто атакует быстрее. На 50%. Окей, поехали, попробуем. Посмотрим. Посмотрим, что нам ниточка даст в данном случае. Let's go, baby. Все промазал, блядь. Как так можно? Иди сюда. Иди сюда. Ну, видите, я на авто играю. На мне самое интересное вытащить, выбросить мишку, посмотреть. Ух ты, ничего себе, посмотрите, как он жестко бьет. Но это все равно не спасает. Мне кажется, все-таки первая ульта была намного интересней, чем это. Ну, это мне может так кажется.
Ай, жалко, он их не добил всех. Ну, мне кажется, все-таки 500 здоровья было поинтереснее. Так, смотрим. Смотрим на механа, что он сделает. Так, сваливайте. Мне интересно посмотреть, что он может. Ну, не посмотрели, в общем. А так вот. А так, ебой. Вот смотрите, вот разница была, да? Мой дамажит в два раза быстрее, тот отхиливается. Ну, не знаю. Напишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Что же все-таки лучше. Но мне кажется, что... Сейчас мы зайдем обратно же. Поменяем на первый. Мне кажется, что все-таки первый вариант. Тут у нас звездная сила, медведь-шатун. Медвежья услуга. Ну, медведь-шатун. Давайте... Так, а что у нас было у этого? У Карла защитный пируэт. Ну, защитный пируэт однозначно круче. Мне кажется, даже не надо спорить. А вот тут вот надо подумать. Сейчас посмотрим. Сейчас, конечно, сорвемся, наверное. Ну, это такое. Мы тестировать пошли. Ну, и дойдем, конечно же, до Шелли. Самое интересное. Не та... Так, ну что у нас тут? Ну, у меня тут отхила нету, Ну, я думаю, это несущественно. Если так разобраться, то лучше все-таки 500 отхила. Потому что эта скорость, ну, она нафиг никому не нужна, по сути. Да запарили. Дайте мишку выбросить. Так, уходи оттуда. Чё ты там бегаешь? На, мишку лови. Вот, смотрите. Плюс 500, плюс 500. То, что доктор прописал. И в итоге слился. А, блин, ну это ж надо так. Ну, то понятно, что. Один выиграл, второй слил. Беги, не так, беги. Короче, слились. Ну, мне кажется, такой вариант будет все-таки поинтересней, по универсальней. Поехали на Шелли, посмотрим, что у нас у Шелли интересного. Вот наши Шелли, в остальных пока ничего такого нету. Поехали на Шелли, посмотрим. Такс. Вот наши Шелли. Первая контузия. Супер Шелли контузия замедляет 3 секунды. Вторая Шелли восстанавливается мгновенно, когда становится ниже 40%. Аптечка перезаряжается 20 секунд. Ну, это интересно. Поехали. Посмотрим. Люблю я сливать, конечно. Ну, в принципе, вот посмотрите, как аптечка теперь заряжается. То есть 20 секунд вы можете просто себе бегать, набивать. Да-да, конечно. А теперь лови. Оп. Двадцать секунд, блин. Долго. Интересно, как оно восстанавливается, на автопроке сразу же или как? Вот сразу же видели, как восстановилось? Прикольненько. Мне это понравилось.
Но ульта у меня тоже есть. Я, к сожалению, провтыкал, потому что я смотрел на героя, но не на сам геймплей. Из-за этого мы сейчас сорвем, наверное. Но, блин, мне понравилось. То есть оно автоматом будет хилить. Так, хорошо. Вот опять, видите, отхил. Как работает. Правда, 20 секунд надо ждать. Вот это самое печальное. Так. Самое главное не слить. Не опозориться. Так, прикрываем, прикрываем. Держимся, держимся, держимся. Мне кажется, все-таки... Не знаю, на кого он. Вот скажите, что кому больше нравится. Да не иди туда, зачем ты туда? Ну вот зачем было туда идти? Вот красава. Сейчас этот по-любому сольется. На, дым, дым, дым. Ну видите, то есть ульта не работает, но есть отхил. В некоторых ситуациях, наверное, это спасет. А вот в ШДшке, думаю, будет интересно побегать. Давайте попробуем разок. Туда забежать, конечно, мы шанс слива, как обычно, максимальный. Но интересно на это посмотреть, что же все-таки будет у нас. Поехали в парные, так вот не себе сольем, а еще кому-то. Тихоша, тихоша, тихоша. Разбегались тут. Ну, здравствуйте, друзья. Так, ну тут видите ульта. С одной стороны ульта интересная тема, которая была раньше. Так, кого это чпокнуть? Нормально. Вот нравится ему там бегать. Одному и второму. Ну куда ты побежал? Вот зачем ты туда побежал? Говорил. Кому я говорю? Давай, 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 давай. Хорош, 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 хорош. Да блин, чуть-чуть не хватило. Сейчас меня чпокнут. Ну, бежал, в принципе, нормально. Самое основное, что хотя бы... Давай, беги, 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 беги. Ну, второе место должны занять, по идее. Ну, я тут ничего не мог сделать уже. Ну, в принципе, вот так вот. То есть, чтобы особо здесь она тащила, вот было бы у меня нормальная ульта замедления, наверное, было бы получше. В общем, не знаю. Надо привыкнуть, надо поиграть, побегать. Посмотреть, что же все-таки лучше. В общем, пишите комменты, что вы думаете по поводу этого. Ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.